Ладно. Обалдеть! Он заряд направо! Он заряд направо, Серега! Он направо не заряд. Хорошо, сейчас поймал об этом. Хоп! На правый заряд. Ручки. Не бросайся, на правый заряд. Ручки подними. Тула. Хорошо. На правый заряд, аккуратно. Где? Не бросайся. На правый заряд, на где? На правый заряд. Ручки подними. Не бросайся. Помабу съеду. Рядом выйдешь у вас? Плавай! Хорошо. Ну, закрути. Вот. Закрути. Хорошо. Руки подними. Аккуратно, видишь? Хорошо проводишь. По пузу. Руки подними. Выйдешь у вас? Уйди. Закрути его. Закрути. Мастер спорта Украины Вадим Царенко. Он 91-го года рождения. Представляет город Черкассы, спортивный клуб 3x4 ДСО «Динамо». Является призером чемпионата Украины 2014 года. Боксом занимается 5 лет, учет боев не ведет. Кроме бокса увлекается футболом. Напоминаю, это финальная пара весовой категории до 49 килограмм. Хорошо, Серега, поработай. Серега, опережай, вот, Серега, поработай.
Кандидат в мастера спорта Сергей Жавтобрюк. Он 94-го года рождения, представляет город Черкассы, ДЮСШ Мрия. Тренируется в ДСО «Колос». Боксом занимается 5 лет. Учет боев и побед не ведет. Тренируется под руководством тренера Бориса Искры. Спортивная цель Сергея – стать мастером спорта Украины. Кроме бокса, увлекается шахматом. Обучается в Черкасском державном технологическом университете. Приготовиться к выходу на ринг второй пары категории до 52 килограмм. Альберт Домокуров, Умань, Микола Токарчук, Виктория. Секундант синего угла, не надо рефери комментировать и подсказывать. Давай.